Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр Ната. Продолжаем играть НЕК. Сейчас что-то будет, потому сейчас что-то будет, далее. Да, да, да. Мой новый имидж. Что скажешь? Выглядишь сурово. И чувствую себя суровым. Но когда я выйду, придется поспешить. Лёд оттает. У меня не больше минуты до момента, когда солнце растопит весь лед. Ну да. Минуты нам хватит. Три наверное. Перекладины на воротах. Ага. И управляющие механизмы. Угу. Вот твои цели. Ага. Понял. Угу. Запомнила? Нет. Ну погнали. Ох ты! Он меня чпокнул так хорошо. Не пью. А я налев пошел. Самое обидное, что приходится ждать, когда тебя портнет, а это бывает прям под удар попадает. Ну, то есть меня ставят прям. А я вижу штучку. Ага. Ой, можно было бы не бить. Ух ты! Мне прилетело. Так, давай сразу договоримся, куда пойдем? Налево, направо? А я не знаю, давай куда-нибудь. Ладно, налево, короче, побежали. Я таю. А что там внизу интересно было, мне показалось? А где все-то? Ну вот, видимо так. Давай я их бабахну. Как-то ему пофигу. А ну, да. Так. Первая. Не понял. Одна есть, еще две. А, у тебя есть возможность подпитаться. Немножко. Да даже не немножко, полностью. Прямо теперь, да? Да, пошли прямо. Давай вот сюда зайдем немножко. Янтарь заберу. А, закрыли. На. Оп. Ау. Ау. Я маленькая совсем, не трогать меня. Ничего не вижу. Я его там бью в лицо. Ты нам на голову, наверное, запрыгнула и била. Ой, не знаю, я там, наверное, за уши держалась. Бил, хлестал по щекам. Ну да. О. Осталось всего одна. Направо куда-то, да, теперь? Да, теперь направо. Странно, что так странно сделали. А? Всех разметали? Гранатомет? Да. Ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Ты гад, он мне не дает ничего сделать! Я даже не лез. Точнее, я пытался, но потом понимал, что... А, тут все плохо! Так, я маленький, но удаленький. Нет? Не удаленький. А мой взрыв ему вообще ничего не делает. Я думаю, я его вихрем попробую снести сейчас. Ну попробуй. Лучше. Тут сейчас никого не будет, да, я так понимаю? Ну, видимо, да. О! Ага. Пропустили. Идёшь? Там-там-там-там-там. Как тебе, моя силушка? Богатырская. Да. Ну, хорошо. Стоп. Что? Надо пощупать стены. Нет. Не надо.
Здесь нет трещин. А это не то же самое, что вломиться в главные ворота? Такой кипиш устроили. Ну, вообще, да. Здание под охраной. Не там ли хранятся реликты и все остальное добро? Надеюсь. А то материала маловато. Встретимся на месте. Тебе придется идти в обход. Извини. Ха-ха. Парень у нас слинял. Не слинял, а ушел, как ему удобнее. Да слинял он. Бросил нас тут, сказал, идите в обход. Идите в обход. Вот прям так сказал. Ломай. А! Не ломается. Ну вот, вот, вот. Все, он виноват. Ау! Бей, гада. Можно лучей добра? Можно. Давай обниматься. Смотри. Давай. Давай. Жалко, мне не сделали такую способность. Я видел, ты тут проломила. Ну и нафига. Я тебе хп отдала тогда. Доброе, потому что. Вообще, по идее, он своей способностью может чем угодно так пользоваться-то, мне кажется. Может быть, есть какие-то особенности? Ты о чем? Ну, вот то, что со льдом мы делали. Мне понравилось. Я думаю, возможность есть только та, которую задумали разработчики. Не, я мы-то фантазировать понимаю. Можем сколько угодно. Такая прикольная. Ау! Ау! Ну вот, все заново. Ой. Не допрыгнула. Сейчас. Я расту. Янтаря как-то мало приходит. Я думал, им будет, ну, как-то более активную возможность использовать. Ну, как-то так. Все. Вот так. Докувыркался. Молодец. Стой. Стой. Стою. Да, посмотрим. Ага. Ничего. Вот, допустим, камешки так раздробить и напитаться ими. Там лук. Да? Не успела. Молодец. Мне вот твоя способность больше нравится. Она мало берет, но хорошо помогает. Ну, я там. Я из-за этого чаще огребаю, потому что мне приходится очень близко подходить из-за этого. Не, ну тебе урон разве проходит, когда ты в ней? Ну, когда ты падаешь, там забываешься. Они меня могут в прыжке сбить. Прыгай! Оп. Бей его! Ха-ха-ха. Ага. Да? Ну ладно. Вон, вижу. Понятно. Понятно. Стоять. Портнешься? Да нет, я перепрыгну. Бей! Хе-хе. Тимворк! А ты заметил, ты какая-то более такая блестящая стала? Я? Да, наполировалась. Да? Ведь так? Да. Или мне кажется? Солнце просто такое, яркое. А, ну может быть. Оп. Стоп. Медленно. Я медленно не умею. Я заметил. А, спасибо! Услужила. Мне бомба прилетела. Ай-яй-яй. Да как ты такой ловкий-то? Вот вы бесите своими откатами. Где я там есть вообще? Все, я помер. А, понятно.
Дружим мы хорошо, конечно. Особенно в воздухе. Особенно друг другу по лицу. Да. Так было задумано. Ау! Не успела. А чего мы сюда не прошли? А... Я не знаю, ты же полез туда. И... Нет, ты полезла. Я? Да. Да. Но я ничего не сказала. Я думал, ты там что-то взяла и разбила. А я не знаю, ты мне начал про блестящие мои доспехи рассказывать. А я побежала разглядывать их тоже. Ты же сказал вот как раз, я начала смотреть на них. Давай пообнимаемся. Не хочу. Чего это не хочу-то? Не хочу, ха-ха. Хватит. Давай я в них запущу чем-нибудь. Они вредные какие-то. А-а-а, лицо мое! Смотри-ка, там еще что-то. Смотри, он на меня нагрелся. А ты такой сзади, а не его. Ау! Вот так. Меня задел взрывом. Да? Угу. Капельку. Так, ловушечка. Оп. Хочу такими же штуками кидаться. Вообще, можно было бы вперед, наверное, просто пробегать, но не знаю, что там дальше. Было бы опасно. Ниндзя стайл. Опа. Опять какие-то плиты. Ой. Ну да, я могу. Ниндзя стайл. Ооо. Оу, огреб. Так, короче, я пошла наверх. Хорошо. Вот так. А то он сбивает меня в воздухе, гад. Открывай. Медведь пришел. Никого нет. Здесь тоже не открывают? А. Ну да. Я к бомбочкам. Нет? Как там у тебя дела? Я не вижу. Я просто... Ну, вот как. Нормально. Просто он там очень стратегически хорошо стоял наверху. Ну, правильно, но... Просто как бы вопрос, как там у тебя дела, был неуместен. Я без понятия. А вот я не понимаю, просто смотри, вот камера, да, она показывает нам вверху что-то бесполезное. Ты внизу стояла, почему бы немножко не сместиться? Я вот не понимаю, почему они не доработали немножко этот момент. В разы бы лучше игралось. Опа. Опа. Нормально только в плену находится, да? Хватайте. Да. О, пожалуйста. Хватайте. Я была права все-таки. Да. Меня... Черт, меня поймали, лови! Меня камера как в сторону отнесла. Крестик надо жать, когда тебя ловят. Ну... Там горел просто. Я понимаю, но... А, я не то жму опять, черт побери. Да, он все-таки. Так. Били тебя, поймали меня. Спине ему. Вот так вот. Виктор. Виктор. Не зря он так смело пошли из главных ворот. Ну так. Точно, точно. То есть там катсцена какая-то сейчас запустится. Полечи. Нет, просто меня. Ты далеко ушел. Да? А, то есть еще от расстояния все-таки? Да.
Спасибо. Я побежала вот сюда, а ты пошел в правый нижний угол. Угу. Поэтому меня переместили. Круто. Ага. Стой, 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 нычки. Не, ничего нет. Ну ладно. Просто такие двери как-то вот так и просится по ним треснуть. Пробежим? Ты готовься, что там надо подальше сразу нападать, там да. Молотком побежали. Пробежим и нападем как ниндзя. Уа! Ну, почти. Почти получилось. Ага. Ага. Открывай. О, какая. Что это? Ух ты, аквамариновый реликт. Хрупкий. Хрупкий нек. Это вот как раз ледяной? Получается, да. Угу. То есть, может быть, все-таки мне не показалось, что он более хрупкий, но при этом сильный. То есть, как бы на меня в той ситуации ориентироваться было сложно, потому что у меня на один удар оставалось. То, что меня с одного удара убили, понятно. Опс. У него плетка. Ау. Не вижу ничего. Все хорошо. Там что-то есть? Ловушка. Ты слышишь это? Да, это ловушка. А-а-а. Стой. Вон там переждать можно. Ориентируюсь по тебе. Опа! А вот и он. Но сорвать его нечем. Ух ты, гад! Голем из реликтов! Попробуем еще раз. Не надо тут махать. Вот и босс батл. Так. Его как-то надо бить после того, как он замахнулся уже. Да все уже. А до этого он щит ставит просто. А я за спины заходил. Я видел. Молодец. Тактика. Так я что, говорю, что... Что, молодец. А, это гад хотел тебя. Все-таки последний выстрел попал. Гад. Гад. Ау. Я-то тут при чем? Бодрит. Бодрит? Кого бодрит? Ну ты обычно радуешься и говоришь бодрит. Ну сейчас, по-моему, это тебя подбодрило, наоборот. Смотри, ждет нас, стоит там гаденыш. Пойдем. Опа, опа, опа. Я пошла к тем дальним. Ай! Отстань! Я ему по спине попинал. Меня там бьют! А, нет, меня портнули. Вот так. Тимворк. Прикольно. Угу. Ага. Так, давай посмотрим. Достает она там. Ну, в принципе... Не понял, где я ныкаться. Я просто очень большой. Гады. Ты знаешь, мне показалось, что у тебя тоже урон возрастает по мере того, как ты напитываешься.
Не, ну да, я расту, то есть, вот смотри, у нас мы. Если я тебе отдаю свои, ну, заряды, то есть ты растешь, у меня урон уменьшается. Если мы оба здоровы, то есть, как бы. Ну да, то есть, как у тебя, соответственно. Точно так же. Вот, блин. Ой, я там забор выкрыл. Ау! 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 От всех отхватил вообще. Абсолютно точно так же, но у тебя, видишь, еще собирается, а у меня только с врагов набивается. Угу. Сейчас было бы прикольно, если бы сказали, не хватает. Ага. Ой, черт, не то нажал. Прости. Ты что такой крепкий? Это не разбивается? Поэтому, в принципе, если один враг, можешь послакать. Угу. Потому что тебе-то с него ничего не идет. Да. А вот если там дофига их... Вот так. Супер. Ого. Убери его. Ого. Блин, меня портнуло. Ты видел, да? Ничего не. А чё я-то? А как? Ай, сейчас умру, наверное. Стреляй. Ладно, я сам. Обидно. Ух ты! Ну вот, есть шанс начать все заново. Ну да, неплохо было бы. Убери его! Черт, не понял ничего. У них тоже урон по полу идет и неприятно, короче. Ладно, я сам. Ага, мне за каждый удар начисляется и снимается тоже. Опс. Как-то не получается. Нам надо его как-то сюда ближе отвезти, мне неудобно заходить за него туда. Хорошо. И сама побежала туда. Ну, я хочу со спины зайти за него. Он стоит, гад, не хочет идти. Убери его! А чё я-то сразу? Вон его бейте. Я так... Немножко. Иди сюда. Ладно, я сам. А чё я-то? Чего? Вот и всё. А я думал, сейчас в эту дверку войдёт. Еще подумал, что какая-то она маленькая. А что-то как-то он быстро помер. Да. Мне тоже так показалось. Ну, в смысле, не помер. Ну, в смысле, в общем, вот. Ну, в общем, да. Ого. Да ладно. Сейчас. Хо-хо-хо-хо. Дайте мне. Страшно тебе, да? Нек! Ты гигант! Сам удивляюсь. Не отставай. Идем искать остальных. Надеемся, вам нравится. Оставайтесь с нами и увидимся. Всем пока. Всем пока.